Новости. Первые выходные лета гидрометцентр обещает солнечную погоду, а администрация – настоящий праздник. 3 июня центр города сделают пешеходным. Никаких машин, только лето, спорт и творчество. Большое внимание детям. Для юных горожан в 10 утра на Крепостной горе организаторы ярмарки «Град Креста» проведут большой праздник. На проспекте Октябрьской революции пройдет фестиваль детского творчества, где ребята научат взрослых ремеслу художника. Вечером ставропольских детей ждет сюрприз – мультфильм на свежем воздухе. Вновь запускаем проект «Кинопоказы под открытым небом». Это будет проводиться на Крепостной горе у здания 2-й музыкальной школы, детской школы искусств номер 2 на газоне. Будут стоять стульчики, можно даже прийти посмотреть мультфильм. Кстати, на сайте администрации сейчас идет голосование о том, какой мультфильм выбрать для просмотра. На площади Ленина пройдет межрегиональный автомотофестиваль «Парковка». Более 400 автомобилей будут соревноваться в оригинальности тюнинга и громкости акустики. В рамках фестиваля выступит и музыкальная группа «Интонация». Неподалеку на Александровской площади пройдут соревнования по воркауту и паркуру, а улица Дзержинского станет площадкой для спортивных соревнований. На Карла Маркса сконцентрируется творчество. Художники, музыканты и рукодельцы Ставрополя устроят настоящий Арбат. Вот этот замечательный бульвар имени генерала Ермолова в субботу превратится в такой своеобразный ставропольский Арбат. Да, здесь можно прийти, погулять, посмотреть на работы ставропольских художников. Можно будет поучаствовать в мастер-классе от ставропольских художников, то есть попробовать себя в живописи, порисовать или изобразить наш город, какой он красивый, яркий, зеленый, светлый и счастливый. Городские власти напоминают, 3 июня движение автотранспорта будет ограничено на улице Дзержинского, Советской, Булкина, Суворова, а также на проспектах Октябрьской революции и Карла Маркса. Подробную схему движения транспорта можно найти на сайте администрации Ставрополя. Мария Жирова, Анастасия Петренко и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».